вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 2 июня. Российский день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Этот праздник появился в качестве ответа на американский день обжорства, когда наоборот можно есть все, что захочется. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Так что прежде чем праздновать, задумайтесь над этим. 2 июня итальянцы отмечают День Республики. После окончания Второй мировой войны и падения фашизма в Италии в 46-м году прошлого века состоялся конституционный референдум, на котором гражданам предлагалось выбрать новое государственное устройство – монархию или республику. И вот во второй день лета все население Италии, впервые включая даже женщин, пришло на выборы и проголосовало. В этот день появились на свет 1740 год маркиз Донатьен Альфонс Франсуа де Сад, французский писатель, патриарх нигилистической философии либертинажа, отрицающий принятые в обществе нормы. Звучит сурово, но самое главное, он основоположник еще более опасного слова и страшного – садизма. Более 27 лет своей жизни он провел в тюрьме. Умер в доме для умалишенных в Шарантоне на окраине Парижа. В своем завещании просил оставить его на 48 часов в открытом гробу, пока не будет уверенности в его смерти. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли и или унижений, получила в работах сексолога Рихарда фон Крафт-Эббинга название «садизм». Впоследствии слова «садизм», «садист» стали употребляться и в более широком смысле. 1840 год. День рождения Томаса Гарди или Харди, одного из крупнейших британских литераторов конца 19-го, начала 20 века. Большая часть его произведений посвящена теме господства случайностей над жизнью человека. Его сердце было похоронено в могиле его первой жены, а прах помещен рядом с Чарльзом Диккенсом в Вестминстерском аббатстве. Чем больше умеешь, тем больше находишь оригинальных людей. Человек заурядный не замечает различия в людях. 1919 год. День рождения Юрия Тимошенко, артиста эстрады, сценический псевдоним которого до сих пор помнят многие – Тарапунька. 1937 год. В этот мир приходит Юна Петровна Морец, поэтесса, больше известна как автор детских стихов. Ее большой секрет для маленькой компании знают практически все. На стихи Юны Морец написано много песен. В своих книгах она часто выступает и как великолепный художник. Например, в сборник по закону «Привет почтальону» вошли не только 290 ее стихотворений, но и 230 картин и графических работ. Теперь события 2 июня. 1474 год. Успенский собор Московского Кремля обрушился. Первый каменный собор был построен в начале 14 века в княжении Ивана I в 1326 году. При Иване III патриарх Филипп решил перестроить храм. Строительство нового собора, огромных для того времени размеров, было поручено русским зодчим Кривцову и Мышкину. Но довести его до конца было не суждено. Практически доведенный до свода храм обрушился после землетрясения, которое произошло ночью 1474 года в мае. 1896. Итальянец Гуэльмо Маркони патентует радио. В начале этого года он продемонстрировал свой аппарат. С помощью азбуки Морзе передает сигналы с крыши лондонского почтамта в другое здание на расстояние 1,5 километров. 2 июня он подает заявку на усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого. 2 сентября проводит первую публичную демонстрацию своего изобретения на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм аж на 3 километра. В качестве передатчика Маркони применил генератор Герца, а в качестве приемника, внимание, прибор Александра Попова, того самого, которого мы считаем первооткрывателем радио. 1897 год. Нью-Йорк Джорнал, опровергая слухи о смерти Марка Твена, цитирует его знаменитую телеграмму из Лондона. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены.
Твен действительно приехал в Лондон в рамках кругосветного гастрольного тура, который был начат за 2 года до этого. Кто-то распустил слух о тяжелой болезни писателя, а затем и о его смерти. Редакторы поручили своему английскому корреспонденту Фрэнку Маршалл-Уайту связаться с Твеном, чтобы узнать о его здоровье 28 мая. 3 дня спустя писатель ответил журналисту, а 2 июня его письмо было опубликовано в газете. Да, раньше журналисты в такого рода делах были весьма корректны. Как, собственно говоря, и писатели. 1924 год. Избирается послеленинский состав Политбюро партии. Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский и Троцкий. Из великолепной семерки 6 окажутся неправы и досрочно уйдут из жизни с помощью 7-го. 1979 год. Папа Римский впервые посещает социалистическую страну. Иоанн Павел II прибывает в Польшу. Для того времени это была настоящая сенсация. Первое случилось раньше, когда папой, собственно, стал выходец из этой страны. 1988 год. Туфли Джуди Гарленд из фильма «Волшебник страны Оз» продаются за рекордную сумму для кинообуви – $165 000. 2000 год. В Москве, в районе Светлогорского проезда, разбивается вертолет клиники Святослава Федорова. Погибают 4 человека. Среди них сам Святослав Федоров. 2004 год. В США в этот день выдается патент на двойной клик мышкой. Правообладателем на эту операцию, оказывается, которая производится ежедневно по всему миру сотни миллионов раз, становится компания Microsoft. Ну и последнее. В 1743 году появляется на свет еще один очень интересный исторический персонаж – граф Алессандро Калиостро, он же Джузеппе Бальзамо. Знаменитый авантюрист, алхимик и шарлатан, который выдавал себя за мага и гипнотизера. Он объехал пол Европы, мистифицируя самое изысканное общество. В Петербурге Калиостро объявился в 1779 под именем графа Феникса. Красиво-то как. Могущественный в ту пору Григорий Потемкин, будучи наслышан о чудодейственных способностях итальянца, оказал ему особое внимание. Тот был более чем радушно принят в высшем свете и провел в северной столице аж 9 месяцев. Свой бурный жизненный путь Джузеппе Бальзамо завершил в 52 года в Италии. По обвинению инквизиции в заговоре с целью свержения трона и алтаря он был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Видимо, кое-какие магические способности у Калиостро все же были. Вот такая она, судьба мага. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».